Ребята, всем привет! Сегодня 9 апреля 22 года. Мы поехали в Каменск, Уральский, но сначала вон в пещерку. Короче, с папой и с Андрюхой. Сначала в какую-то пещерку, и там нам поставил задачу сходить. Взяли своего фонарик, дозиметр, 54 километра. Как она называется, я не помню ровно. Какого-то женского имени, мы будем подъезжать, сейчас расскажем. Зотинская, вот. Да, до поворота на Тюбук по трассе, по новой дороге. А что он там едет? Красный. Всех опередил там гаишники. И свернули сейчас в сторону Богорика. Сейчас не проверим, тут дорога делалась, нет вообще. Дыры одни сплошные были. Приезжаем населенный пункт Булузи. И вот здесь дорога-то должна испортиться. Но она пока, что самое странное, очень гладкая. И такого, по-моему, не было никогда. Думаешь? Вон меняется, да, сейчас может испортиться. Но там прям дыра на дыре была. Это что за объявление? Котлы. Ремонт, где написано. Кстати, ремонт. Так ее сняли, смотри. По-моему, или нет. Я что-то пока не пойму. Сняли, а как? Не, ничего не сняли. Интересно. Не, а где дырки-то? А хуже, да. Да, были дырки прям большие. Вот смотри. Новая дорога. Точно, значит, здесь сделали дорогу. Офигеть. Участок довольно-таки протяженно сделали, но вот смотрите, он тут заканчивается. Я просто по джипу потом увидел, что он вилять начал. И вот такая дорога тут есть. Ну, была, короче. На все промежутки. Вот наряд, представляете, да? Жесть. Ну, Рено, что, у него подвеска своя. Ему пофигу, наверное. Да, ему пофигу, он по ямам прыгает. Короче, дорога не заканчивается. Каждую весну она все хуже и хуже. Здесь раньше была деревня, которую снесли полностью. Здесь старый мост остался. А, здесь след прошел? След прошел, но радиоактивный. Вон он, мост старый, конечно, в деревне. Я забыл, как называется, люди писали, вон, видишь, мостик остался. Надо померить. Вот, рыбу. Но тут, видишь, надо где-то встать. Давайте встанем, радиацию тут померим. За мостом. Угу. На улице-то вообще тепло, прям греет солнце. И ветра-то нету. Ветра нету, да. Тишина такая. Это там что написано? Запрещено. Что там запрещено? Вот, что у тебя? Прибор работает? Работает, только ничего не видно. Светло слишком. Ну как-то тебе. Ну вот так вот видно под углом. Что-то он повышается, там 0,09. Это что, да, значит? Он на уровень выходит. Это. Подождать надо? Да. Это не Чеча. Нет. Все, посмотрим, что за речка. А, тут связи нету, посмотрим. Вряд ли она течет. Не-не-не, Теча сюда не протекает. Там знак был. Какой? А, какая река-то? Название. Богоряк какой-нибудь? А, ну, наверное, какой. Еще под мост мы пошли измерять. Ой, так тепло, хорошо. Слушай, а что на белое такое? 21, 22, 23. Что, повышаться вышло? Ну, как речки давай. Наверное, речка. Нет, а вода-то никак, это ил, если только там. Впитываю. Так это надо к старому мосту идти. 24. А, белый это лед. Это лед, это но. Но. Пониже нет. Снижается на поверхность. Нет, тоже нормально. Короче, мы решили пройти. Папа, вообще что-то наискосок как-то пошел. Там проваливаешься, осторожно. Да я говорю, я не дойду, наверное. Ну ладно. Пойдем до моста, дойдем. Че? Тут вообще упало. Угу. В ту сторону идем. Не в ту сторону, да. Что ты? Так, интересно, нифига он там пробрался-то. Мы там шли, проваливались. Он вышел, молодец. Дошли до старого моста.
Что, вообще нет радиации? Что, по нулям? 0,10. Ну, это фон, естественно, показан. Я говорю, там-то вообще не было. Странно. Так интересно, деревню снесли, а мост оставили. Это что там за звук был, интересно. Блин, погода кайф. Смотрите, круглые какашки. Чьи это, интересно? Бараски, что ли, ходили? Не, вот этот мост интереснее, только вот сбоку видно. Ух ты, блин! Офигеть, на пол ноги провалился. Короче, дальше что-то не хочу идти. Вот так вот мостик выглядит. Нет, ты-то можешь дальше пройти? Наверное. Да. Поближе подобрались. Вон, видите, бутылка, чей-то мусор плывет. Интересно, откуда он плывет? Из какого города? Нашей необъятной страны. Ну. А радиации здесь нету. Вот с телефона, конечно, не видно, но 15 сотых. Среднее 17 значение. Решили тут до дороги дойти. Что-то Андрюха на пол, до колена провалился. Вот. Да ничего, дойдем. Ледокол. Снегоход. Андрюха, это у тебя еще ноги длинные, а у нас-то с отцом короткие. Мы-то больше проваливаемся из-за этого. О! Путешественники. Зато ботинки почистили. Снегу сколько от ботинка. А, ну такой растает. Оказалось, река Синарет. В общем, без радиации тут. В общем, мы поехали дальше. Да ничего тут нету, наверное. Так а он на стоячем-то как? Ой, на это. На ходу. Мы на старом успевали на ходу. 7, 6, 8. В общем, едем по этой дороге, сейчас до Богоряка скоро доедем. В общем, максималка что-то 20 с чем-то, да, достигала? 26. 26 на ходу. На графике видно подъемы. Ну да. А так, в принципе, ну, ничего нету. Здесь. Ну, какая птица дорога. Ехали не по объездной, а через самый Богоряк. Богоряк проедем. Правда, дорога ухудшилась. Кстати, 1688. Ну, офигеть. Он вообще старичок. Заправочка местная. Кстати, колонка-то нормальная. Вроде. Ну тут, наверное, ничего не изменилось. Мы проедем. Привет всем отсюда. Вот я что перепутал. Вот где река Богоряк проходит. Чугунные, блин, эти ограждения. Каснинская литейная. Так, нам показывают направо. Там совсем разбавится. Мне что-то рассказывали. Что это такое, я забыл уже. Если честно. Ну это конкретный, да, развалины. Тут типа что-то, ну, леса есть. Это центр, так понимаю. Почта России. Почта всегда в центре. Ну да. Никто, кроме нас. Прям страшно что-то как-то здесь, да, с этой разрухой. Магазинчики есть, промтовары. Рыночек вон там что-то продают. Ну давай, зайдем. Кефира можно купить, что-нибудь еще. Универсал, барин. Весна, продукты, да? А, это привет, ты с кумбрами, тебя не так. Бедро, дворник, карачка. Кстати, не дорогие. Не дорогие, для группы 350. Ну. Ага.
Мандарины 200 рублей, кириси 25, бананы 140. Ну фрукты, конечно, будешь подороже. Колбаса вот. Ну это все вот у нас магазин. Сейчас чуть кто-то дешевый, правда. Ну, вот эти картошка 52 рубля, здесь морковка 65, дешевле, чем в магазинах наших. Все, едем дальше. Разрука опять. Ну, что тут разрушено много? Администрация все. Нарезная всякая. Ага. Еще один магазин. Шабуровский. Шабуров, это мы с тобой туда ездили, тут недалеко. Вот, видишь, дом тоже заброшен. Стекла побитые. Как-то недострой, наверное, или? Ну, можно, да. Надо перестроить. Перестроить. Ивановский трикотаж. Помнишь, как в Иваново в Москве-то приехали? Начали спрашивать там. Ты пошел невесту искать. А, я пошел невесту искать. И спрашиваю парикмахера, где его невеста-то? Она говорит, какие невесты? Тут фабрики, которые остались, там китайцы работают только. Ну ладно, едем дальше. До пещерки нам 14 километров. Еще что-то разрушенное. Какой-то по границе. Ой, по-моему, вообще что-то все завалено. В общем, какие-то виды апокалипсические. Как там, апокалипсические? Апокалипсис, да. Ну, вокруг, видишь, развалины всякие. Да не достроили. Горяк 25 километров. Нам 10 километров до поворота получим. Зотина. Созвучное название с пещерами. Что-то как-то столб вот опасный стоит, мне кажется. Как будто он упасть хочет на дорогу. Так, сейчас будет своротка. Своротка. Посмотрим, какая это своротка. Ну да, так ты не 2 километра, типа, меньше. Километр. Да не, полтора. И дорога, а вот дорога. Вот своротка. Вот тут и нам только снегу не пройти. Нам не дойти. Ну езжай это прямо пока, может там сворот. Ну да, по такому снегу мы не дойдем. А они когда ездили, зимой? Знак есть, вон поворот типа. Ну, да, да, да. А, ну да, там уже не проедешь. Попробуем, короче, зайти, если получится. Машину здесь ставили. Здесь на машине-то точно на нашей не проехать. По такому снегу. Решили вернуться до машины, Зину запустить, посмотреть, где он. Потому что по снегу, если там полтора километра, то я точно не дойду. Здесь консолин. Многострадальная Зина, которая упала, не доехав до Алтая. Потом еще раз упала. Да. Вот, по трем Андрюху повредила. Да, да, многострадальная она. Все винты заменены. Камера заменена у нее. Все там еще. Ну, короче. Моторы. Моторы. А ты эту крышку не снял, чтобы снимать? Я не хочу. Ну, что-то не запускается у тебя? А, забыл. Ну, вроде ровно возле тела держится. Нифига, винты так видно, это красные. Like a fatal poison.
Рутизину запустили, пещеру не нашли. И фиг знает, сколько там идти по снегу. В общем, ладно, Камец-Куральск едем, потом порог Ревун там, может, доедем куда-нибудь. Что-то так бы прогулялись, но, блин, вот идешь, я сегодня еще на таблетках 50 миллиграмм, идешь, и прям силы нету, ну, по снегу прям тяжело, мне нельзя перегружать часов. Ну, такие фиговые темы. Синарский. Привет всем отсюда. В старом доме живут, вот, стекла стоят. Вот маленький дом тоже, наверное, живут, наверное, что делать? Магазин сельский. Живут? А? Нет, жить-то можно, какой-то уровень жизни, блин. А, все, Синарский закончился. Остановились возле деревни Новый Быт, посмотреть, что здесь за карьер. Что, нет радиации? Прикинь, сейчас бужу и полетел вниз. А, такой маленький карьерчик. Как маленький? Ну, в смысле, не такой глубокий. Как в том же самом асбесте. А что-то мне показалось, что техника стояла где-то. Где? Я не вижу, где. Сюда, ну это просто каменный карьер, наверное. Щебенка. Для щебенки камень добывают, но видишь, сколько мне. Это на Новый трассе быт. Домой едем. Привет. Это на трассе из Екатеринбурга, если в Камец-Куральск ехать. Там пельмени. Какие дома здесь большие, можно сказать. Для деревни. Многоквартирная. Вот меня чуть-чуть удивляет, вот есть домики, которые выглядят, ну, страшно-страшно, да? Но зато церковь будет всегда красивая. Боже мой. КамАЗ китайский, да? Нет, наш российский. Все, Новый год закончился. Да, Новый год. Нет, это Акулова оказалось. Там налево вроде нет. Ага. По тоску его. Ага. Силаевская. Сипавская. Ой. Сипавская? Да. Да? Неправильно рассчитал. Ну ладно, извиняюсь, привет всем. Китаец проехал. Я вот все замечаю, сколько китайских машин вокруг. Краны там вчера мы видели там с мамой. И всякие погрузчики вот эти вот полезные. Не, а помнишь, мы с тобой вот когда с Тюменской области возвращались, мы же там красивые деревни смотрели, завода Укамск, там еще что-то. И мы когда сюда-то заезжали, мы сказали, блин, какая разруха здесь после Тюменской области. А мы, по-моему, по этой дороге ехали. Да, по этой дороге ехали. Пирогово, Камец-Куральский, 5-15 километров. Что, тут радиации нет? Нету. Нету. Барабановская, привет всем. Это что такое, садик какой-то, что ли? Или сельское хозяйство? Нет, сельское хозяйство. Гашенова. Налево. Куплю ДТ дизельное топливо, ферма такая, это написано. Слушай, река Исток. В общем, на майские праздники планируем, если 10 дней
Госдума примет, то хотим с Сургута сгонять. Все на юг, а на север. Ну, да сейчас в ту сторону что-то как-то даже не хочется вообще. Так, видишь, направо Шадринск, Курган, налево Кахтинск, Уральск, Екатеринбург. Привет Каменско-Уральскому. Бензин здесь стоимость дороже, конечно, чем у нас. Свердловская область. Баня продают. Лента. Пропан 21 рубль. Можно съездить в промышленную зону сначала проехать. Смотреть, потом вернуться в город. Ну, сейчас. Где-то справа промышленная зона, так что направо надо идти. Мандарин. А мы там были в этом магазине мандарин? Читай город, монетка, по-моему, да, будет. В общем, сначала промышленную зону решили поехать, проехать, посмотреть, потом в город вернемся. Главное, два торговых центра рядом, Гудок и тот. Школа, куда дело. Домики советские. Слушай, а тут тоже снег не вывозили, как у нас в городе. Тоже все плохо, ну смотри, все грязно. Ну, ага, в Челябинске вообще нету ничего, чисто-чисто. Ну как он так расставил? Ну южнее, да. Нифига, у них еще киоски живы, смотри. Офигеть. Челябинск с этими киосками боролись. Так, вот это школа, наверное. Или детский садик, скорее всего, детский садик. Так, на стекло помыть. Так, что-то мы едем по улице Октябрьской. Сейчас. Аккумуляторы, магнит, косметик. Школа. Что-то мы куда-то выехали. Какой-то уже частный сектор. Промышленность здесь же там же вроде. Розовые домики. Кстати, покрашенные, ухоженные. Блин. Да, что-то выехали куда-то мы. За город уже сразу практически пригород. Что, сколько населения? Так, население. Так, площадь 144 квадратных километра. Основан городом назвался в 1935 году. Ага. Так, часовой пояс. Свердловская область. Население 163 990 человек на 21 год. Понижаются. Нифига себе. Преимущественно русские живут. Понятно. Ну, так-то населения немного, а город-то и большой. Ну, нифига, 160 тысяч так надо. Нормально. Ну, 13 год, а ну не 13. Ну, только это же. Вот это что за такая постройка, да, интересно? Да нет, тоже какие-то необычные. Метка комбинат. Так, Кумс направо, Росногорская ТЭЦ. О, смотри, реконструкция здания. Это, наверное, это дворец. Нифига себе, как он выглядит. Колонны. Самолет какой-то еще. Что, они тут самолеты производят, что ли? А, подожди, в Каменске, Уральске что-то есть с самолетом связано, кстати. Чего-то написано в самолете. Уральский алюминиевый завод это. Ну,
для авиации же там алюминий это нужно. Русалка стоит. Так, да. Русал. У него 4 градообразующих предприятия. ОАО «Синтез», «Русал», ОАО «КУМС» и ПО «Октябрь». На предприятиях цветной металлургии, налажено производство проката и прессовой продукции из латуни, меди, бронзы. Так, алюминиевых, магниевых сплавов, бурильных труб. Предприятие черной металлургии «Синтез» специализируется на трубах нефтегазового комплекса. Предприятие машиностроения, металлообработки, «Октябрь», «Уралэлектромаш», «КУЛС», «ЗАВА», «Уралтехмаш» и сеть выпускают радио высотомеры, радиолокационное оборудование, бытовую радиоэлектронику. Где ты видел бытовую электронику в Каменск-Уральске? Не знаю, может, радио, которое у нас на стенках висит. Электродвигатели, ну, в общем, пищевая промышленность представлена хлебокомбинатом. То есть основное здесь все металлургия цветная, черная. Вот она и дымит. Ну да. Поедем, наверное, электроника, да, местная? Но... местная электроника у вас где продается? Гвура какая-то, что за гвура, я не знаю. Гвура. Написано. А что ты говорил там? Во-во. Современные технологии в строительстве производят солнечные батареи. Ну, не объем, ничего не написано. Сколько? Найти бы еще где это. Что, дальше тогда проедем? Странно. Тут, оказывается, есть технологии. Ну, что-то... А как они? Новые технологии так называются, что ли? Как современная технология в строительстве солнечной батареи. Ну, то есть дома строят, может, уже солнечные строят. Только прочитал, что ГУРы здесь посуду делают, сковородки. Закрытый день, да, вот фотография прям сверху. Ага, нифига, прикольно. Куда-то в южную часть прям города уехали. Конкретно да. В южную часть. Изумруд. Нет, а главное еще Каменск-Уральский. Так, налево нельзя поворачивать. Прямо. А это что там, завод какой-то? Нет. Ну, вверху-то что-то написано, да? Мне показалось, там Наташа написано. Нет? Ну, о, Каменско-Уральский металлургический завод. КУМС. Мы на главной. Урал, не раздави нас, ты большой. Он-то большой. Да. Ой, нас там сзади догнали. На таком средстве интересно. Вот он, наверное, да? Сковородки делают? Не. Сковородки мы проехали. Че, мы разворачиваемся или дальше? А, вот он. Блин, я тут встал. Нам направо. Вон, ну, ребята, КУМС. Так там красиво выглядит, свеженько все. Может, звуки какие-то там страшные. Показывают. А, издаются. Да, здоровый. Видимо, кладбище рядом такое продают. С чистого листа только построят, ну, блин, денег нехило надо. Так, что там у нас там, тупик? Ну и все, сейчас тут разворачиваемся, едем в город. Теперь город сам смотреть. Начали, может, такой жилой, ой, этот, с промышленной зоны. Он продолжительный-то. Ё-моё. Да, здоровый. Умс. Ну, дальше мы не поедем, тут развернемся, наверное, я думаю. А, что-то натянуто, видишь, как сеточка какая-то. Зачем-то. Ладно,
навели тут центр города, едем туда. С той стороны еще предприятие есть, но я не знаю, как туда доехать. Там есть, конечно, наверное, какая-нибудь дорога. Ну там ТЭЦ, я вижу, самая такая дымительная это. Но нет, там зданий-то вон тоже, смотри, куча всего. Горы едешь, то видно, это хорошо. Развлекательный центр Ключ. Стоянка, смотрим, автостоянка открытая. Ладно. Слушай, а тут домики как-то поинтереснее уже. Смотри, какие балкончики. Тоже как бы старинные, как будто какие-то. Но покрашенные такие прям, кожаные, хорошенькие. Это мы обратно немного другой улице поехали. Слушай, внутри вроде покрашено все. А то оно часто бывает, внутри-то не красится, снаружи только. Это что такое, когда площадка детская или парк, или парк аттракционов, может? Видишь, что там красочно? Ну, что-то детская площадка. Парк. А это какая-то карта. Карта для чего? Ага, карта, блин, это просто нарисовали. Не знаю, как эта карта называется. Были в этом парке? Городская больница, смотрите, все видно. Так. С одной стороны. С другой стороны серо. Чё мы? Такие дорожки узкие. А мы раньше тут ездили разве? Не помню вообще. Мы-то, по-моему, не ездили сюда. В парк этот ходили, гуляли. А там что тогда? Вниз спуск. Там река пойдет, нет? Там река идет, если. Давайте спустимся там. Решили спуститься к реке. Может, что увидим там? А, да, снизу улица набережная идет. На набережную что-то тут как-то все страшненько и опасненько. И все вырублено. А так-то там-то, наверное, вид хороший. Все-таки здесь встать надо. Но сейчас тут какие-то белые камни будут встать. По правую руку. А что тут так все вырубили? Классно. Дорога тут огонь. Дырявая. А, замерзшая речка? В этом плохо. Да позже тогда снимать ее. Пиздец какая-то. Ну что, вышли прогуляться на улице Теплынь. Вот красивое местечко. Я так понимаю, с этой улицы что-то делать, что ли, будут, что пилят. И дорога ужасная. Ну и улица набережная. О, набережная там, о, погуляем. Плюс мостик вон слева железнодорожный, такой мощный прям. Металлический. Еще ниже. Угу. А, ну да, фонари специфические. Реально интересные фонари. Смотри, сейчас приближу. А где горит у него? Да, видимо, сверху только. А, сверху. Да, красиво так-то все сделано. Все цивильно так. Нет, ну на пароме ездят все. Я не пойму, там внутри купол или вот так прямо? Да, а нет, разместить. Как купол, но с серым, видишь, как покрашено. Хорошо. Но он другие фонарики-то новые. А вот эти вот, смотри, скамеечки там, качельки, это как в Челябинске сделаны. Же. Ну так-то прикольно. Вот летом, наверное, все тут классно будет. Все кончилось. Асфальт такой дик закончился. И все. А, ну тут, видишь, чистят, будут делать, наверное. Ну, будут набережную, видимо, продолжать. Ну и пошел запускать. Мы как-то, помню, где, в каком городе? Мы вот туда в лес ходили с мамой. В Каменск-Уральском. Но мы, это там дальше будет еще место. Ну, красиво тут. Так, ну. Together, but a life that's lived without you.
Прикольно мост. Аж здесь отдается какой-нибудь. Бухает.